Всем привет, это установочный центр PCAuto. Сегодня у нас Nissan Juke. И мы, да, оснастили его магнитолой на андроиде. Как видим, здоровенный экран, радиоприемник присутствует. Присутствует просторный эквалайзер 12-полосный. Присутствует Яндекс.Навигатор с голосовым помощником Алиса. Так, я уже говорил ей. Сбербанк. Как видим, все это дело работает. Большой экран, прекрасно видно, рабочий стол. Также была установлена камера заднего вида. Включили камеру, все прекрасно видно. Камера стоит в штатном месте. Микрофон, громкая связь, кнопочки на руле все работают. Плюс поддерживается долгое и короткое нажатие. Например, короткое нажатие нам либо выключает звук, долгое нажатие открывает нам Яндекс.Навигатор. Да, кнопка «Положить трубку» при коротком нажатии кладет трубку, при удержании приглушает нам яркость экрана, либо удерживаем, она совсем выключает. Это удобно на дальних поездках. Далее, также вот эти короткие длинные нажатия удобны, например, когда мы смотрим навигацию и, например, едем, смотрим видеоролик. Да, то есть мы смотрим видео, там с детьми, не знаю, сидим. Держали кнопочку, посмотрели навигатор, куда ехать. Удержим кнопочку, продолжаем смотреть видео. Да, то есть как бы надо повернуть резко. Хлоп, посмотрели. Так, закрыть маршрут. Посмотрели и дальше едем. Радуемся жизни, смотрим либо YouTube, либо, ну, там, видеоролики, чего нам больше нравится. Это есть, прекрасно работает. Если мы раздаем интернет с мобильного телефона, нам доступны онлайн все сервисы, доступен Play Market, онлайн телевидение, в общем-то, все, что можно себе только представить. Экран большой, магнитола выглядит как родная, все в сборе, пластик четкий черный, в общем-то, никто не скажет, что это не родная магнитола, USB-шки в бардачке. С вами был установочный центр PCAuto. Ставьте лайки, приезжайте к нам на дооснащение ваших автомобилей.